Российский государственный реабилитационный центр детства уже более 20 лет занимается лечением и реабилитацией детей с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе детским церебральным параличом и задержкой речи. Учреждение оказывает специализированную медицинскую помощь и высокотехнологичную медицинскую помощь для детей как Московской области, так и всей Российской Федерации. В комплексную реабилитацию, которую включается лечебная физкультура, массаж, психолого-педагогическая коррекция, которую назначает психолог после осмотра деток при поступлении. В арсенале центра уникальные методики и оборудование, которые редко можно встретить в рядовых медицинских учреждениях. Роботизированный тренажер «Локомат» предназначен для выработки навыка ходьбы либо для восстановления функции ходьбы. В основном у нас здесь детки с детским церебральным параличом после травматизма либо после инсульта. В такие кабинеты роботизированной терапии ребята ходят с удовольствием. Тут можно одновременно и поиграть, и поправить здоровье. Тренажер «Ромео» предназначен для крупных групп мышц руки и также для суставов плечевого, локтевого и запястного. У тех, у кого слабые мышцы, здесь получается укрепить их. Работаем над суставами в плане сгибания, разгибания. Если рука сложно поднимается, то мы меняем вес джойстика. В сенсорной комнате проходят индивидуальные занятия в зависимости от диагноза и состояния маленького пациента. Это у нас вот водяной матрас. Здесь ребенок может принимать удобную позу, и, соответственно, мы проводим занятия. То есть развивается у ребенка и внимание, и мышление. Центр детства включает в себя стационарно 220 коек и амбулаторно-поликлиническое отделение с дневным стационаром. Услугами последнего чаще всего пользуются жители Подмосковья. Мама с ребеночком приезжает к нам, и в течение 3-4 часов они получают лечение и могут уехать домой. В стационаре детки в большинстве случаев лежат с родителями. Им также бесплатно предоставляется кровать и питание. Нам нравится, если бы не нравилось, мы бы сюда не ложились. Мы здесь уже как бы себя дома находимся. Лечебная физкультура и физиотерапия, массаж, логопедическая коррекция и арт-терапия. Такая комплексная реабилитация позволяет ослабленным детям восстановиться, а некоторым буквально встать на ноги. В среднем курс лечения длится около 20 дней. Его повторяют 3-4 раза в год. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.